Лаборатория занимается интегральной квантовой оптикой. Основной целью наших исследований является создание функциональных элементов линейно-оптического квантового компьютера. Стандартная технология для изготовления подобных элементов, литография, предоставляет все необходимые инструменты для создания достаточно качественных устройств. Но, как любой высокотехнологичный процесс, литография является достаточно дорогой технологией, требует специализированных условий, высококвалифицированного персонала и достаточно большого опыта взаимодействия между разработчиками и непосредственно самими технологами, изготавливающими интегральные структуры. Наши силы в основном сосредоточены именно на разработку и тестировании готовых элементов, поэтому пока мы стремимся изготавливать структуры с помощью технологий быстрого прототипирования. Чтобы решить проблему быстрого прототипирования, нами была собрана система фемтосекундной лазерной записи интегрально-оптических волноводов. Ее принцип работы достаточно прост. Мощные короткие лазерные импульсы, сфокусированные внутри объема прозрачного диэлектрического материала, позволяют формировать области с увеличенным показателем преломления, что в свою очередь дает возможность формировать протяженные треки путем перемещения заготовки относительно фокуса лазерного пучка. Кроме того, систему можно достаточно легко перестроить в режим прецизионной лазерной гравировки для формирования простых электрических схем на металлических пленках, нанесенных на поверхность пассивной интегральной оптики. В результате, в данный момент мы обладаем всеми необходимыми инструментами и возможностями для создания достаточно сложных, реконфигурируемых интегрально-оптических схем с помощью метода быстрого прототипирования. Для демонстрации возможностей технологии мы изготовили универсальный четырехканальный интерферометр, состоящий из пассивной интегральной оптики и электрической схемы нагревателей, нанесенных на поверхность чипа. Реконфигурация данного устройства происходит посредством пропускания тока через отдельные нагреватели и, соответственно, локального нагрева отдельных частей интерферометра. Локальный нагрев приводит к сдвигу фаз в соответствующих плечах интерферометра и тем самым позволяет изменять интерференционную картину на выходе из устройства. Огромным плюсом перестраиваемых интегрально-оптических устройств является, во-первых, возможность выполнения сразу нескольких экспериментов без необходимости изготовления новых чипов, и, во-вторых, для минимизации дефектов, возникающих при использовании любой из доступных технологий изготовления интегральных чипов. Несмотря на все преимущества быстрого прототипирования устройств, основным недостатком фемтосекундной лазерной печати является крайне низкий контраст получаемых интегрально-оптических структур, что в свою очередь приводит к тому, что подобные схемы невозможно миниатюризировать до микро- и наномасштабов, которые достигаются с помощью технологии литографии. Именно поэтому мы развиваем коллаборацию с Центром функциональной микро- и наносистемы, расположенным в МГТУ имени Баумана, поскольку они обладают широкой технологической линейкой для создания наноустройств и нанообъектов методом литографии. Основные усилия направлены на отладку технологии изготовления интегрально-оптических устройств из нитрида кремния. Развитие этого направления позволит нам в дальнейшем существенно расширить свои экспериментальные возможности в области линейно-оптических квантовых вычислений. В ближайшие годы лаборатория будет работать над разработкой высококачественных функциональных элементов линейно-оптического квантового компьютера и над созданием небольших прототипов квантовых вычислительных устройств, реализующих простейшие алгоритмы квантовых вычислений.